Не стесняемся, не стесняемся. Здесь будет более эффективная наша работа, скажем так. Нас немного. Вообще было бы круто, конечно, прямо здесь на кафедре это сделать, но попробуем так. Вот, отличненько. Ближе, ближе, не смущаемся, не стесняемся. Итак, я пару слов скажу о себе и о той программе, которую хочу предложить сегодня у нас на мастер-классе. Меня зовут Мельник Оксана, я со стажем выздоровительных практик уже около 25 лет. И как всех нас, коллег, специалистов в этой области, привели, естественно, мои личные проблемы. Да? Но так как я стала психологом и энергетом, проблемы касались больше взаимодействия с окружающим миром, с не совсем хорошим, правильным мышлением, с неэффективными, скажем так, сценариями жизненными. И, соответственно, я все это время пыталась найти ответ. Счастье есть, его не может не быть. Согласны? Оно не может не есть. Вот. И как же ж достичь-то этого состояния счастья, когда ты здоров, когда ты любим, когда тебя любят, когда в твоей жизни происходит все вовремя. Ты попадаешь в нужное место, с нужными людьми, в нужное время, и ты живешь в потоке. Слышали, наверное, да, все, что такое поток и как же найти этот поток. На самом деле, говорить я не очень люблю сидя, можно я встану, если что, я там потом присяду. Итак, что такое жить в потоке? Кто-нибудь знает? Отлично, говорите. Громче. Жить в потоке – это всегда слышать себя, слышать пространство, знать и чувствовать, куда ведет энергия, где наилучшим образом ты раскрываешься и раскрываешь пространство, все свои цели, все свои желания. Ну вот, это всегда, даже во сне приходят какие-то инсайты. Это всегда, ты как будто бы ты ничего специального не делаешь, все происходит для тебя. Да, все происходит само собой, кажется. Мне очень часто говорят: «Оксан, как это вообще достичь такого состояния? Что нужно делать конкретно?» И испытала, испробовала множество методов. Это всевозможные психологические техники, практики, направления, теории. Это, ну вот, с физиологией я не очень как бы глубоко внедрялась. Я по жизни всегда была спортсменом. И как бы физика, она так у меня как бы сопровождала всю жизнь. Вот. И энергетика, да, то есть мне повезло жить в прекраснейшем, фантастическом месте в Крыму, где безумное количество мест силы, и где поток, вот тот поток, который мы ищем в нашей жизни, социальный, да, когда мы живем, достигаем, постоянно нервничаем, переживаем, как же ж нам достичь тех или иных высот. И когда ты попадаешь вот в это место, место силы, ты автоматически попадаешь в поток. И происходит расслабление, происходит умиротворение, покой. И поток тебя уже выносит в ту сферу, где ты максимально эффективно реализуешь свои таланты, свои способности и свои ресурсы. И для того, чтобы это было не только с энергетической стороны, но еще и с психологической, я прошла обучение эриксоновскому гипнозу. Для чего? Для того, что, то есть разбираясь во всех этих хитросплетениях, энергетических, психологических, четкое пришло понимание. То есть клиентов, с клиентами работаю тоже уже около 20 лет. И я четко понимаю, что вот мы идем, мы подошли уже к моменту, когда мы разрушили какую-то структуру, которая неэффективна в его мышлении, то есть которая провоцирует его на определенные реакции извне, то есть
внешняя ситуация. У каждого человека есть выбор, как реагировать на эту ситуацию. Кто-то защищается, кто-то нападает, кто-то убегает, кто-то замирает, кто-то начинает искать пути выхода там, из конфликтов более мягко. При этом человек как бы впадает в ситуацию жертвы. Да? Все слышали, наверное, знают треугольник Карпмана. Так ведь? Вся наша жизнь происходит именно в этом треугольнике. В этом треугольнике потока нет. Дальше, увлекаясь исследованиями в этой области, я пришла к квантовой механике. Слышали все квантовую механику? Так ведь знаете, да, в какой-то мере. Вот. И также, я думаю, вы слышали о таком специалисте, как Джо Диспенза. Слышали? Не слышали? Хорошо. Слышали, да? То есть вы понимаете, что все наши реакции, они запрограммированы на уровне нейронных сетей головного мозга. И для того, чтобы изменить наши реакции, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, она дает свои результаты, но достаточно длительное время. Вернее, в длительном процессе, в длительной терапии. Мне захотелось это сделать максимально быстро. Работаем с клиентами 3 года, 5 лет, 7 лет. Да, есть улучшения, есть какие-то результаты, но они не настолько яркие и эффективные, как мне бы хотелось. И, соответственно, для того, чтобы изменить наши неэффективные реакции на внешние раздражители или стимулы, нам необходимо разрушить эту нейронную сеть и на ее место сформировать новую, которая даст эффективную, которая даст возможность нам максимально эффективно реализовывать себя, свои таланты и жить счастливо. Для этого, для того, чтобы это сделать, то есть необходимо войти в то состояние, когда подсознание человека открыто и не сопротивляется изменениям. Все мы знаем состояние измененного сознания. Все бываем в этом состоянии. Именно это состояние позволяет нам изменить эти неэффективные структуры нейронных связей. Дальше. Много буду говорить, наверное, да? Есть вопросы? Все понятно? Все ясно? Идем дальше. Так вот, все-таки мы перейдем плавненько к психосоматике, да, то, что я презентовала на первый, второй день нашей конференции, нашего фестиваля. Что формируют эти нейронные связи в коре головного мозга? Формируют наши эмоции. Наши базовые эмоции. И, соответственно, когда мы рождаемся, когда мы растем, мы испытываем эти базовые эмоции. То есть злость, страх, грусть, интерес, удовольствие. И в процессе нашего взросления, когда мы научаемся взаимодействовать с внешним миром, мы не всегда находимся в безопасности, согласитесь, да, детские сады, родители работают. Ну и вот Елена Касаткина рассказывала об этом всем, как это все происходит и как это на ребенке отражается. Так вот, и можете себе представить, допустим, возьмем там человека 30 лет, да, и в течение этих 30 лет человек взаимодействует с внешним миром, не находясь в безопасности. То есть он постоянно находится в угрозе. Бей или беги, или замри. Соответственно, у него сформировались нейронные связи, которые автоматически, даже если эта ситуация уже не несет никакой опасности, его мозг автоматически все воспринимает за опасность. И, соответственно, выброс идет гормонов
кортизола, адреналина. В постоянном нахождении под давлением, под бомбардировкой этих гормонов происходит разрушение внутренних органов. Происходит, то есть психосоматические болезни возникают. Так вот, сейчас я быстренько уже буду закругляться, чтобы много не рассказывать о моем путешествии исследовательской в этой области. Это, ну, длинный путь был, интересный путь. И, соответственно, для того, чтобы правильно войти в состояние измененного сознания и на уровне бессознательного подсознания изменить эти негативные, неэффективные, скажем так, они негативные, структуры нейронных связей, нам необходимо вести человека в альфа-состояние, а затем и в дельта-состояние. Эриксоновский гипноз дает возможность нам вести человека в альфа-состояние. То есть мы можем провести в этой области некоторую коррекцию, но для того, чтобы разрушить эти связи, которые более 30 лет у нас пропечатались уже, они уже не только на энергетическом, физическом уровне, они, наверное, уже у нас в костном мозге, скажем так. То есть реакция происходит мгновенная. Мы не имеем возможности даже поразмышлять немного. Не зря говорят, да, психологи, есть такая техника, прежде чем принять решение, сделать 10 вдохов, выдохов и в таком спокойном состоянии. Как часто в своей жизни вы можете эти 10 вдохов сделать, прежде чем среагировать? Практически никогда. Так вот, для того, чтобы это произошло максимально эффективно, максимально гармонично и безопасно для психики человека, я разработала систему из 5 трансовых техник, где мы потихонечку, совершенно не напрягая человеческий мозг, скажем так, ну, для каждого, мне кажется, это понятно, что когда мы живем в своей жизни, постоянно реагируем одинаково, и если я здесь вот так вот сделаю, и ваша реакция конкретно изменится, даже если вы это хотите, вас могут не понять, не принять ваши близкие. Так ведь? У нас семьи, у нас дети, нам важно и необходимо, чтобы наша жизнь социальная была также гармоничная, также находилась в любви, принятии, покое. Соответственно, мы это делаем поэтапно. Каждую технику мы проводим раз в неделю. В течение недели у человека происходят изменения, мягкие, гармоничные. Его общество, его семья принимает его уже несколько в ином обличии, несколько с иными реакциями. И, соответственно, в течение 5 недель человек имеет возможность научиться приобрести навык максимально эффективного реагирования на внешние стимулы. С каких техник мы это начинаем? Первое – это мы возвращаем энергию души. Когда мы живем, когда мы взаимодействуем с другими людьми, мы любим, мы обижаемся, мы какую-то часть себя оставляем где-то. У нас произошел, вот у нас проходит, да, фестиваль, мы общаемся, мы взаимодействуем, где-то во взаимодействиях, мы все равно какую-то частичку души у каждого человека, кто участвует в этом фестивале, мы оставляем. Скажите, так ведь? Когда мы смотрим на мастеров, на специалистов, восхищаемся или обижаемся, неважно, мы частичку своей души оставляем. Для того, чтобы у нас хватило ресурса на те изменения, которые нам необходимы, нам нужна вся наша энергия, энергия всей нашей души. И для этого первая техника как раз и используется, для того, чтобы мы собрали со всех времен, скажем так, да, когда мы взаимодействовали с людьми, собрали эту энергию и вернули обратно в себя. После этого, когда у нас ресурсное состояние уже более-менее восстановлено, мы начинаем работу с
нашими эмоциями, с гневом и злостью, а также обидой. Поднимите руки, кто не обижается. Отлично. Отлично, молодцы. Ну, здесь как бы понятное дело, мы коллеги, специалисты, мы все с этим работаем давно и долго. С клиентами это как бы посложнее. И знаете, что самое тяжелое в этой практике второй недели? Первая практика у всех происходит безумно хорошо. Все получают удовольствие, радость, потому что это чувство наполнения, чувство заполнения, чувство мощи. На второй же технике я не обижаюсь. Не-не-не, я давно простила маму. Не-не-не. Ну, что я буду на нее обижаться? Нет. Вообще, а муж, да ну, он у меня с мужем идеальные отношения. Мы так друг друга любим. А у девочки проблема с желчным, а у девочки проблема с язвой желудка и все остальное. Но с мужем, а плюс к этому фибромы, миомы и все. Но я не обижаюсь на мужа. Вообще никогда не обижалась. Мы, у нас прекрасные отношения. То есть понимаете, что настолько сложно человеку в принципе осознать и принять тот факт, что он не идеален. У нас есть это подсознательное стремление быть всегда хорошими, для всех быть хорошими. И соответственно, если я обижаюсь, я плохая. А тем более на маму или на папу. А если я не обижаюсь, значит, я хорошая. То есть мы эту обиду заталкиваем так глубоко внутрь себя, что, ну, в принципе, без определенных инструментов работы с подсознанием ее практически не достать, эту обиду. Да, человек будет болеть, будет страдать, будет там кучу лекарств пить, но признать то, что да, мой муж контролер и манипулятор, или моя мама эгоистична и нарциссична, она не умеет любить и никогда не любила, человеку это признать очень сложно. И вот эта вторая неделя работы, когда мы работаем с гневом и обидами, при этом понимаете, к чему я еще тоже пришла, что эриксоновский гипноз, он хорош, но он как бы поверхностный. Человек это переживает сознательно, все, что мы из него достаем. Это не всегда эффективно в силу того, что происходит сопротивление. Вообще любое изменение в человеке вызывает ярое сопротивление. Думаю, специалисты, коллеги со мной согласятся, но это реально. Как только мы подходим к качественному изменению жизни человека, у него сразу начинается то температура, чуть запись идет, не буду говорить, якная та-та-та-та-та. То есть постоянно что-то начинается, у него какие-то проблемы, то денег нет на консультацию, то голова болит, то опа болит, то еще что-то. То есть, ну, это сопротивление. Вот. А те трансовые техники состояния измененного сознания дают возможность погружать человека на такой уровень, что он не осознает сознательно, что с ним происходит на подсознательном уровне и какие проблемы мы убираем. То есть на сознательном уровне он пришел ко мне на сеанс и ушел у меня от сеанса и не осознает, что с ним происходило. А результаты он получает уже в действии, в коммуникациях. Допустим, гнев и обида. Он гневался, допустим, на свою жену или на своего родителя. И когда следующая встреча после этой техники происходит у человека, он понимает, что ему ровно, ему спокойно. И у него нет вот этой реакции доказать что-то, отстоять что-то. У него нет реакции агрессии, скажем так, агрессивного взаимодействия. И нет реакции, когда мы гнев подменяем типа помощью, типа вот мы такие хорошие,
мы боимся разозлить кого-то, ну, на кого гневаемся. То есть вот эти моменты, они уходят, и человек уже понимает в процессе жизнедеятельности, что все, обиды и гнева нет. То есть постфактум. Дальше, после того, когда мы убрали гнев и обиду, на третьей неделе нашей практики мы исцеляем внутреннего ребенка. Думаю, все знают, что проблемы взрослого человека корнями уходят в детство, а порой еще и внутриутробное развитие. И слушая коллег, которые занимаются мануальной терапией, они выполняют огромнейшую работу по восстановлению, потому что вот даже Атланта, да, многие, все наши косточки, они как бы сформировались внутриутробно. И от этого внутриутробного развития, соответственно, зависит дальнейшее наше, да, то есть это как остов, и что на этот остов наложится, накопится, так как, в принципе, человек и будет жить. И, соответственно, исцеление внутреннего ребенка, мы живем вот здесь, знаете, наверное, да, наши три составляющие – ребенок, взрослый и родитель. Чаще всего мы, когда вырастаем, мы выходим в позицию взрослого или в родителя. Так ведь? То есть родитель нас поучает, взрослый нам говорит, да, хорошо, идем вперед, а родитель опять… А ребенок, бедный несчастный ребенок внутри нас сидит и не знает, что ему делать, куда ему бежать, от кого ему прятаться, как ему действовать. Как часто вы себе позволяете детскость в проявлении социальной жизни? Позволяете. Кто еще позволяет детскость? Молодцы. Молодцы. Приятно работать с людьми, которые работают над собой. Это точно. Вот. Но наши клиенты дают нам точки роста, как говорится, да, когда приходят с запросом, который кажется, вау, как это? Начинаешь искать, учиться и исследовать эти вопросы с разных сторон. Итак, исцеляя внутреннего ребенка, что происходит с человеком? Человек начинает принимать себя. Наш мир дуален. Так ведь? У нас есть день, у нас есть ночь, у нас есть что у нас есть? Женское, у нас есть мужское, у нас есть холод, у нас есть тепло. Наш мир дуален. И мы тоже дуальны. В нас есть свет, в нас есть тьма. Не зря говорят, да, какого волка будете кормить, тот вами будет и руководить. То есть, если мы будем кормить свою темную сторону, то есть, проявляя себя агрессивно, гневливо, по-родительски, как-то максимально контролирующе, то, соответственно, мы будем кормить нашего темного волка. И мир внешний мир всегда отображает то, что у нас внутри. И если мы исцеляем нашего внутреннего ребенка, соответственно, мы начинаем транслировать в мир радость, возможно, где-то какое-то легкомыслие. Но вот это постоянное, что же делать, как же быть, когда у нас вот эта взрослая часть постоянно пытается найти какие-то ответы. А здесь мы миру даем легкость, мы миру транслируем радость, мы миру интерес, удовольствие. Когда-то, когда я училась на нетрадиционную медицину в университете, у меня был преподаватель Кабалы, и она мне очень хорошую вещь сказала. Как найти свой кармический путь? Знаете как? Я тоже очень долгое время думала, и есть же много исследований, там астрология, нумерология, еще что-то. Нет, элементарно просто. Следовать за своим интересом. Именно для этого нам необходимо исцелить своего внутреннего ребенка, чтобы мы поняли, какой наш личный интерес. Не то, что надо, не то, что положено, не то, что родители хотят, чтобы мы сделали, а наш личный внутренний интерес. И это есть
наша кармическая задача, наш кармический путь. И вот именно следуя за своим интересом, мы попадаем в поток. Понимаете, о чем я? То есть третий сеанс уже насколько дает человеку возможностей изменить свою жизнь, перестать конфликтовать, перестать входить в какие-то стрессовые состояния. Тебе это интересно. А я не знаю, сколько миллионы клиентов, ну миллионы это я загнула, тысячи клиентов приходят, они не знают, что им интересно. Почему? Потому что нам запрещали быть ребенком, запрещали играться, запрещали проявлять свой интерес. И мы в конечном итоге забыли, что же нам интересно. Так ведь? Вот. И благодаря этой технике мы возвращаем себе наш интерес. Четвертая техника направлена на укрепление нервной системы. Здесь чисто физиологическая работа, опять-таки, симпатической и парасимпатической системой происходит на подсознательном уровне. То есть, грубо говоря, человек отдыхает, а я работаю с его парасимпатической системой для того, чтобы активизировать гомеостаз, то есть восстановление всех клеточек организма. Здесь я долго останавливаться не буду. Ну и пятый сеанс, заключительный, это сеанс на принятие себя. То есть, ну я думаю, здесь расшифровки особо не надо делать, да, все мы понимаем, насколько важно. Даже библейская фраза «полюби ближнего своего, как самого себя». Также очень много приходит клиентов, которые «я все для своих детей». Я все для своей семьи. Мужчина, мне не нужно денег. Я хочу жене купить машину. И сидит в нищете. Понимаете? То есть важно, мы сотворены по Божьему подобию. И если мы отвергаем и не принимаем себя, мы отвергаем и не принимаем все, что нам дается Вселенной. И, соответственно, вот этот пятый сеанс, он является важной, скажем так, точкой отрыва, когда действительно, начиная принимать себя, начиная любить себя, услышав свои потребности, мы имеем возможность раскрыться всем тем вселенским благам, которые предназначены для нас по праву рождения. То есть ничего нет того, чтобы мы не имели в этой жизни. Мы сами ставим себе блоки. Ну, нам помогают, конечно же, там социальные какие-то вещи, родители, там воспитание и все остальное. Но по большому счету Вселенная для нас, она безгранична. Есть миллионы долларов, есть миллионы здоровья, радости, любви. Все это есть. Начинаем принимать себя, раскрываемся для Вселенной, и, соответственно, эта Вселенная дает нам сторицу все. Вот такие пять сеансов. Разрабатывался эта технология как бы не так чтобы очень долго, но практическое применение я могу сказать, что за последние 3 года, когда я применяю эту технику, результаты работы с клиентами увеличились, ну, наверное, в раз 10 точно. То есть, если раньше мы для того, чтобы выйти на этот уровень изменения, тратили около года терапии, то на сегодняшний день эти 5 сеансов и потом мое сопровождение, чтобы человек не нам же как, мы привыкли действовать определенным по определенному сценарию. И когда меняются наши действия, у нас все равно бывают такие срывы, и мы как бы слетаем обратно на то, что мы привыкли. И, соответственно, здесь необходимо мое сопровождение некоторое время для того, чтобы человек принял и понял, что да, это для него работает, это ему эффективно помогает. Вот. И сейчас я хочу вам предложить
все-таки вернуть частички души. Хотите? Да. У нас как бы сегодня завершающий день, и для того, чтобы мы максимально усвоили ту информацию, тот энергетический взаимообмен, который произошел у нас между участниками, мастерами этого фестиваля, пусть оно все вот вы сейчас так вот все это соберете вместе обратно и наполненные проведете прекрасно сегодняшний день. Итак, для того, чтобы начать эту технику, я не буду обычно вот все эти техники, они длятся около часа. Я не буду вас мурыжить час, потому что мы все здесь заснем, поспим. Вот, а где-то, наверное, около 20-25 минут техника будет. Для этого вам необходимо удобно сесть. Желательно ноги поставить на пол, на землю, выключить звук на телефоне, положить руки на перила. А если есть кто-то в нашей технической этой мастерской, чтобы свет выключить? Руки надо положить на сидушку, на перильце. Почему? Потому что мне как бы нужно будет немножко их видеть. Нет, не поднимаем, просто кладем на перильце. Мы сейчас сделаем интересную технику введения в транс методом левитации. Да. Вот, отлично. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что чувствуют ваши руки. На те ощущения, которые вы испытываете в кистях рук. Я прошу вас обратить внимание на разницу в ощущениях между правой и левой руками. С тем, чтобы определить, какая рука вам кажется чуть легче. И обратите внимание, что с каждым вашим вдохом эта рука становится еще чуть легче. И ту руку, которая кажется вам чуть легче, вы сейчас начнете медленно приподнимать. Произвольно, но очень медленно. Так, чтобы она полностью отделилась от подлокотника или от материала, где ваша рука находится. Так, чтобы между рукой и поверхностью можно было просунуть листочек бумаги. Делаем глубокий вдох, выдох, спокойно, не форсируем выдох, спокойно выдыхаем через чуть приоткрытые губы. Вдох, выдох. Приподнимайте руку произвольно, но медленно. Ту руку, которая кажется вам немного легче. И вы чувствуете, что с каждым вашим вдохом рука становится еще немного легче. Еще легче. Очень хорошо. И вы уже чувствуете, как ваша рука взлетает вверх. Очень хорошо. И вы просто позволяете этому ощущению легкости нарастать. И рука продолжает подниматься. И чем выше она поднимается, тем легче она становится. Тем выше она поднимается. И вы просто позволяете этому происходить. Очень хорошо. И я не знаю, в какой момент рука может захотеть изменить направление своего движения, чтобы направиться к лицу. Очень хорошо. Да, направление своего движения, чтобы направиться к лицу, все ближе и ближе. И в тот момент, когда рука прикоснется к лицу,
Можно будет сделать глубокий вдох. Очень хорошо. И закрыть глаза. И войти в транс. Рука к лицу все ближе, ближе и ближе. С каждым вдохом рука все ближе к лицу, все выше, все легче. Очень хорошо. И как только рука касается вашего лица, вы делаете глубокий вдох. Очень хорошо. Закрываете глаза и входите в транс. Очень хорошо. На выдохе вы можете опустить руку, устроиться поудобнее. И когда рука опустится до вашего колена, ваш транс станет такого уровня, которая будет максимально благоприятен сейчас для вас. Очень хорошо. Очень хорошо. И сейчас направьте свой внутренний взгляд в глубину себя. Глубоко погрузитесь внутрь себя. Замедлите дыхание. Прислушайтесь к его ритму. И вглядываясь внутрь себя, вы можете увидеть пламя света, которое является самой вашей сущностью. Сделайте глубокий вдох. И почувствуйте, как с каждым вдохом пламя расширяется, его свет поднимается к вашей голове, спускается к пальцам ног, проходит через все ваше тело. Пусть свет излучается вовне, в окружающее вас пространство и внутрь, наполняя каждую клетку так, что все ваше тело медленно наливается светом. Дыхание подпитывает это пламя. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично. И наполнившись сиянием, пошлите этот свет за пределы своего непосредственного окружения. К тем существам света, которые парят вокруг вас. Призовите воинов света, чтобы они окружили эту область и действовали как барьер света против любых энергий, не принадлежащих к высшему порядку и намерениям. Теперь медленно представьте, как луч света испускается из вашей головы, словно маяк, к существам света, всего творения. Попросите их связаться с вами. Они свяжутся, они придут, когда вы позволите, когда вы позовете. Почувствуйте единство, купайтесь в нем. Чувствуйте свое единство со всеми существами света во Вселенной, всем, что было, есть и будет. Почувствуйте, как свет многих этих существ наполняет вас, проходит через вашу голову, спускается по позвоночнику, излучается через ваше сердце, движется через ваше тело, в землю. Представьте это, как яркую нить света, проходящую через вас, с золотым якорем в основании вашего позвоночника. А сейчас посылайте его глубоко-глубоко вниз,
Когда вы услышите, как якорь ударился о дно, убедитесь, что прочно зацепили его за скалы и крепко держитесь за поля земли. В этом ярком свете вы можете различить некую форму. Это вы. Свет вашего сознания направляется высшими существами и вашими духами-наставниками, чтобы изучить эту форму, узнать ее, поискать всюду, где могут находиться недостающие кусочки. Это важнейший момент вашего самосознания, исследование того, кто вы есть и откуда вы пришли. Не торопитесь. Понаблюдайте за каждой частицей себя. Отмечайте те зоны, которые кажутся пустыми и негармоничными. Их может быть много. Это может быть целая бездна или крошечная трещина. Если фрагментов много, выберите тот, что наиболее важен в это время вашей жизни, и вам помогут узнать, что именно важнее всего. Обратитесь к недостающей части самих себя, этому аспекту вашего бытия. Позовите ее вернуться оттуда, куда она ушла. Она может быть очень близко или очень далеко. Взывайте к ней, прося прийти к вам. Она услышит ваш зов и придет. Говорите от сердца. Этот фрагмент почувствует зов сердца и вернется домой. Вы способны увидеть эту частицу. Она приближается к вам сдержанно или без всяких сомнений. Она может предстать перед вашим мысленным взором или тихо говорить с вами. Будьте терпеливы. Это воссоединение. Время заново открыть друг друга. Вам нужно это прочувствовать. Часто эти фрагменты приходят и разыгрывают перед вами сцену, которая полностью стерлась из вашей сознательной памяти. Вы можете задавать вопросы, где пряталась эта часть вас, как долго ее не было, что заставило ее отделиться. Вам могут показать ситуацию, при которой она откололась от вас, привязавшись к тому моменту, и застыв там. Посмотрите, принимал ли кто-нибудь другой в этом участие? Кто еще присутствовал в то время, в том месте? Иногда фрагмент покидает вас, чтобы защитить. И это вы тоже можете видеть сейчас. Не торопитесь. Ваша разлука могла продлиться очень долгое время. Хочет ли эта частица вернуться? Вы можете спросить ее об этом. Хотите ли вы, чтобы она вернулась? Что вы обрели, пока ее не было рядом? А что потеряли? Признав эту часть себя, вы не обязательно сразу же исцелите травму, вызвавшую расщепление, но это начало пути. Скажите этому фрагменту, что любите его и хотите, чтобы он вернулся домой. Как бы вы иногда ни поступали, глубоко внутри вы действительно любите эту частицу. И, возможно, все гораздо сложнее. Она нужна вам. Без нее вы неполноценны, но хотите обрести целостность. Необходимо ли вам что-то сделать, чтобы эта частица вернулась? Нечто такое, что облегчит ей путь домой. Она может сказать вам об этом, если вы спросите. Она может научить вас очень многому. Прежде чем вернуть себе эту частицу, спросите, есть ли с ней кто-нибудь другой. Если да,
Скажите, что тот другой должен остаться, по крайней мере, пока. Возможно, нужно будет попрощаться. Призовите к себе эту частицу обратно в то место, от которого она откололась, она помнит. И когда она вернется, обнимите ее, словно дитя, чтобы наполнить светом, исцелить и принять. Воссоединиться. Крепко прижмите ее к себе. Позвольте себе прочувствовать ее. Что вы ощущаете, вернув себе эту частицу? Ощущения очень важны. Важно вспомнить все, что вы обещали или говорили ей. И не забывайте, что должны этому соответствовать. Сейчас раны можно исцелить. Но вы должны сдержать свои обещания и уважать эту часть. Или она снова покинет вас. Возможно, вам нужно постоянно разговаривать с ней. И если она вам что-то обещала, то нужно убедиться, что обещания выполнены. Теперь, куда бы эта частица ни вернулась, положите туда свои руки. Если вам нужно что-нибудь сказать ей, говорите сейчас. Сделайте глубокий вдох. Поверьте, что процесс продолжится, даже когда ваше внимание будет сосредоточено на чем-то другом. Теперь призовите ангелов света, чтобы они послали свет в эту область и помогли процессу воссоединения. И знайте, они сделают то, что необходимо для вас. Для вас и вашей частицы. Представьте, что луч света, исходящий от вашей головы, возвращается обратно. Также возьмите свет от земли, попросив, чтобы якорь остался с вами. Вскоре вы сможете видеть лишь крошечную точку света, а затем исчезнет и она. Положите руки на сердце и просто доверьте своим ощущениям. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Вдох и выдох. И когда вы будете готовы, вы медленно откроете глаза. Вернитесь к реальности, потратив столько времени, сколько необходимо для принятия того, что вы только что получили. Очень хорошо. И можно сделать глубокий вдох. На выдохе открыть глаза, немного подтянуться и вернуться здесь и сейчас, наполненными, энергетизированными и счастливыми. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. И можно сделать глубокий вдох. Кто-то не хочет возвращаться. Возвращаемся. Очень хорошо. Возвращаемся. Я здесь. Очень хорошо. Итак, а какие ощущения, что вы почувствовали? Получилось ли вернуть вам часть себя? Что это для вас? Какие эмоции, какие чувства вызвала эта часть? Радость? Принятие. Принятие. Очень хорошо. Кто еще готов сказать? Радость. Возвращение, да. Что-то очень глубоко знакомое, да, что-то такое родное-родное. Было это чувство? Прям вот
каждый раз, когда что-то возвращается, аж прям мурашки по всему телу. Вы уже обниматься начали раньше даже, чем я. Да, раньше, чем я сказала. Ну, в принципе, на этом я завершаю свой мастер-класс. Это, ну, скажем так, даже, наверное, 10-я часть того, что мы делаем в моей практике. Что я вам могу порекомендовать? То есть, так как это мастер-класс, вы необходимо уйти с навыком. Так ведь? Поэтому каждый раз, хотя бы раз в неделю перед сном, вот проделайте то, что мы проделали. Не надо обязательно с теми словами, которые я говорю. Вы просто перед сном, когда ложитесь, постарайтесь войти в это, вот когда вот полудрема уже, знаете, вот это состояние, и вот в этой полудреме просто призовите высшие силы, ангелов-хранителей, попросите их, чтобы они вернули часть вашей души, которую вы где-то когда-то потеряли в течение этой недели. В наших взаимодействиях с людьми мы часто это делаем, особенно специалисты, мастера. Мы работаем с пациентами, клиентами, и мы не можем не делиться частью своей души с ними. Потому что часть нашей души для них есть опора, возрождение. И мы можем просто немножко иссякнуть, так ведь? Поэтому старайтесь сделать эту практику как можно чаще. И пусть все в вашей жизни случается вовремя. Живите в потоке. Люблю вас и до скорых встреч. Так, спасибо. Жалко, конечно, что в начале медитации.